Вот, дорогие друзья, перед вами вот такой вот элемент в системе Turbo. Как видите, написано «Крутой спорткар и мармелад внутри». Вот, сама коробка выглядит достаточно необычно. Собственно, вот здесь, я так понимаю, что все модельки, которые представлены. Ну, тут несколько языков. Здесь, собственно, какая-то еще фигня непонятная. Так, ну что, давайте посмотрим, что внутри. Открываем. О, смотрите-ка, даже залепили почему-то. Очень странно. Многие наверняка захотели бы оставить себе коробочку. Так, что у нас здесь? Ага. Здесь вот такая штука. Совершенно уникальный автомобиль Signus. Собери всю коллекцию, пишет нам. Так, ну давайте отложим его. Так, здесь у нас что-то вот еще. Так, что здесь? Здесь жевательный мармелад. Достаточно неплохой, но немножко жестковат. А вот это самый важный пакетик. О, ну посмотрите. Здесь внутри находится настоящая машинка. Вот. Так она выглядит. Здесь. Так вот она выглядит на самом деле. Машина едет. Достаточно ладно скроена. Ее приятно держать в руках. Нет никаких шершавостей в деталях. Достаточно хорошо прорисованы все элементы дна, днища, так скажем. Вот. И сам корпус тоже достаточно приятен. Так что я бы очень рекомендовал всем любителям Hot Wheels начать коллекционировать и вот такие штуки тоже. Очень интересно. Вот. И я думаю, что вы еще увидите, как я открываю какую-нибудь другую коробочку с надписью «Турбогонки».